Всем привет на моем 303-м стриме. Сегодня у нас по плану Wings of Fee. Чем мы и займемся. Привет, Гоки. Ух. Ну такое. Гоги нам подсказал тут пару небольших стратегии на этого босса, которые чуть-чуть могут, но немножко все-таки облегчить. О, а че он геймпад не видит? А, стоп. Потому что не в фокусе, но... Не знаю, РНД, привет. 8000 смертей. Открыта ачивка Purified. Кстати, оказалось, что эту ачивку открыло там 2 с чем-то процента игроков всего. Меньше, чем игроков, которые убили последнего босса, лол. А где? Чё? Я ничего не выключал. Ну? Поролся, что ли? А где таймеры? Игра. Ачивка собрать все оружие в игре. Дополнительное. Да ну лол, где? Давайте попробуем выключить, выйти, а потом включить. Солгрин, ну как обычно, что это такое? Давайте я еще, не, хотя нет, тупо Steam перезагружать, я думаю. Кстати, я комп уже второй день перезагружаю перед началом стрима. Так, я сейчас выключил. Теперь давайте включим. Да ну лол, я чё, лалку что ли? А, таймер-то я не запустил, вот я лалка.
Да, ну... Нет, обязательно РНД. По-моему, после того, как я покодирую видео в Sony Vegas, после этого у меня задержка звука на стриме. Поэтому я теперь всегда перед стримом перезагружаю комп. А раньше у меня комп работал 24/7. То есть я вообще его не выключал, как бы. Но я думаю, что когда я винду переустановлю, у меня должно опять нормально стать все. Не надо будет перезагружать. Хотя хрен знает, на самом деле. Но это же... Я уже об этом говорил, что мне это дико раздражает, но это, скорее всего, связано с драйвером графическим. Надо просто пройти вторую камилию, и все будет хорошо. Блин, вот ты не очень. Не могу, Гоги, это надо, наверное, на второй цикл делать. Хрен знает, на каком мотоцикле надо делать, короче, ехать за. Блин, да ты упорот. Блин, вот ты... А! Да, именно так, РНД. Мир во всем мире. Приманивать, а у него не рандомные разве появления? Ну, в смысле, вот эти вот... Ну, как бы, то есть он не рандомно появляется?
Нет, я понимаю, но я имею в виду именно его появление. Рандомное, типа слева или справа. Вот свой, блин, раскидал. Привет, Серега Экс. А где аптечки? Где аптечка справа? Ну блин. Ну. А где аптечка справа? Не выходит так, Коги, не выходит. Да что-то не особо она запоминает диагональ. Она диагональ не запоминает. Она только вниз вправо может запомнить. Ну, типа в сторону или... Донаты? Привет, Снап, тот поворот. Запоминают, но это как-то сложно поставить. Привет, Михаил, Зеро. Возможно.
Да на клавиатуре я офигею играть. В эту игру. Да ну ты издеваешься. Что-то сейчас интересно было. Спасибо за хвост, Кинзаш. Чё, рассказывай, как там? Это, пережил еще дальше шарик? Или может вообще пережил его? Чё-то ты быстро, кстати, дропнул. То, что только стрим начал недавно. Ведь не очень-то он. Да ну нет, ох. Задел своим хвостом дурацким. Ух, я думал, сейчас я не допрыгну. Стрельба, прыжок, парение, стрелочки, да, не так много кнопок управления. Причем стрелочки не 2, а 4. Не так много кнопок управления, конечно. Hello, Corporation.
20 секунд было? В смысле, у тебя же 12 секунд оставалось, я видел. Ну, так... ну, во-первых, нет. В нормальных айванах как бы только две стрелочки используются, кроме если там полеты на самолетике, но как бы там зато не нужно еще там другие кнопки. Как бы одна только там стрельба, и то обычно держишь и все. А в твоей дурацкой Time Machine 2, как бы, ну, это ненормальная айвана. Ну, и к тому же сравнил, блин. Совсем разные. Там две кнопки управления. А тут три. Понимаешь? Три, а не две. Причем одну из них здесь нужно спамить. Другую нажимать два раза, а третью один. А, 10 оставалось, офигеть. Ну и что, что направление стрельбы 8, кнопка-то 4? Да, три кнопки это много. Я что думаешь, я вообще-то Wii начинал играть на клавиатуре, я же типа после Bosch'а начал Wii проходить. И как бы тоже думаю, ну я то проходил на клавиатуре, и это начал на клавиатуре. И я понял, что это вообще невозможно для меня. И как бы и все, и перешел на геймпад. Удаляй, ну, что за... но... Я не понимаю, что такое Waylock Overdrive. РНД. Нет, не без таймера. Ну, у меня сейчас нет таймера, но я и не определяю. Привет, АК. Ну, это проблема, да. Я знаю, это проблема, большая проблема. У меня само... Я знаю, что звук ужасен, но что я сейчас не могу с этим ничего поделать. Ну, вот... вон, я собираю на звуковую карту, но это пока соберется хотя бы на какую-нибудь... тысячи там, не знаю, за 3-4, наверное. Потому что есть... это у меня USB микрофон, он USB-шный, за 500 рублей. И если я беру обычный такой микрофон, дешевый, ну знаешь, там рублей за 300, да, и втыкаю в свою звуковую карту, его вообще практически не слышно. А чтобы его было слышно, нужно прибавить охранительное усиление, и тогда будет огромный такой шум просто на весь стрим, заглушая игру. Так что, к сожалению, пока...
Только так. Ну, РНД, а что, я сказал, что финальный босс Time Machine легкий или что? Ты так написал, как бы, как будто я утверждаю, что Wings of V это сложно, а Time Machine 2, там, это типа простая. Я такого не говорил. Ну, да. Она не очень. Третий девиз, что-то ты вообще пропал. Дела плохо, босс непроходим. 10 часов, 11 часов его почти убиваю. А что, опять задувает микрофон сильно, да? Я просто отодвину, отодвинусь. Ну, по сравнению с другими боссами Wings of Fear, это много уже очень. Ярость видели много раз, как бы я 3 хп ему оставлял, ну в смысле 30%. РНД, окей, я тебя поздравляю, что ты можешь на клавиатуре в такие сложные комбинации. Ну, правда, ты хорош. Я нет. Где опять аптечка слева?
Снап, что у тебя сегодня тролльское настроение? Ну я тебе еще раз говорю, я пробовал на клавиатуре, это невозможно. Ну, я беру, кидаю геймпад и включаю клавиатуру и смотрим. И смотрим, как я сейчас солью просто так, до хранища жизни. Я даже не знаю, как паузу нажать. А, нет, стоп. Где настройка управления? А, что-то, блин. Разбил. Неудобно, жесть. А подкат как делать, я не знаю. Да, у меня клавиатура все равно сколько нажатий. Я не могу порхание делать, когда хочу. Как я и говорил, потому что я не могу, когда хочу делать порхание с клавиатуры. Потому что это третья кнопка. И значит я и подкат не могу делать, когда захочу. Сейчас вообще было рандомное нажатие кнопок.
Ну, у меня прыжок на Shift, стрельба на Z и... Ну, вот эта оставшаяся кнопка на X. Не знаю, я не понимаю, о чем ты. Ну, одним пальцем точно не будет. Ну, ты как это себе представляешь, одним пальцем Z и A нажимать? Какой у тебя упоротый палец, чтобы это так делать? Я вообще не представляю. Нет, тремя пальцами, три кнопки, три пальца. Ну его нафиг, это фигня полная. Посоветовал, блин. Серьезно, вначале надо поиграть, потом советовать. Привет, Хелфренд. Я не буду свои сейвы кидать. Причем тут жадина? Во-первых, он пройдет и опубликует от моего имени результат. Точнее, от своего имени мой результат. А я потом не смогу опубликовать этого сейва. К тому же он сейчас пройдет часика за два. И я тогда дропну игру.
конечно, блин. Причем тут F9, я не понимаю. В любом случае, пока я не прошел, мои сейвы у меня. Да что это такое? Ну почему я не успел упасть-то? Чё за бред? Чё, она видели, где она лечилку поставила? Лол! Вы видели? Да ну ладно, не успел, да ё-моё. Damn it, Fashy time.
смысле задеваешь провод микрофона? Микрофон USB-шный, какая разница, задеваю я провод или нет? Нет, на нем есть кнопка выключения. И включение. Вряд ли, как я мог задевать. Заработай фейковые деньги. Привет, Пластик. Потому что тут ядовитая среда, поэтому VIP пузырится. Из-за среды постоянно здоровье отнимается.
задел. Короче, мне кажется, еще пару стримов по этому боссу, и я пройду его в офлайне. Но мне настолько тяжело сидеть на нем, правда, вот. Вообще так не хочется, это ужас. Вообще не получаю никакого удовольствия от этого. Привет, Just Observer. Да при чем тут это, РНД? Ты убивал последнего босса? Нет? Тогда что ты говоришь? Так видишь, я до последнего босса дошел, не дропнул и не собирался, ну, скажем так, можно сказать, что я не собирался дропать. Хотя было очень тяжело, да, но я как бы не собирался дропать. Но вот именно этот босс, это вообще как бы вот есть вся игра, да, Wings of Fee, а есть этот босс отдельно. Что то, что там что-то ты собрал какой-то предмет, это вообще как бы ни о чем не говорит. Как он полетел, ты на лову? У меня нет джетпака.
смысле по КД. Ну то, что она ставит, когда аптечка исчезла, это совпадение. В реальности там таймер. Я пробовал снап, лол, это у меня самая первая тактика, это собирать аптечки. Ты мне это говоришь спустя 11,5 часов. Привет, Сейдер. Как это сейчас было пройти без урона? Я не знаю.
Так снап, это неправильно, понимаешь, когда ты играешь в игру, музыка, это же тоже часть игры. То есть получается, если ты ставишь другую музыку, это чит. Потому что, ну, музыка тебя определенным образом настраивает и так далее. А тут, получается, часть убираешь как бы игры, и это неправильно. Автор задумывал, чтобы ты именно под эту музыку прошел босса. Ну просто, ну блин, как бы это нечестно по отношению к зрителям, хотя, я так понимаю, никому особо нафиг не нужно. Хотя, с другой стороны, когда я предлагал постримить разные игры во вторник, то многие проголосовали за Ви. Ну просто, как бы, я говорю, нечестно по отношению к зрителям, что я проходил всю игру на стрим, и босса пройду не на стрим. Но я вообще, как бы, у меня сил нет его проходить уже. Как бы вот, я могу любого жесткого там босса, там, не знаю, в Камилию там убивать на стрим, да, часами там, как угодно, но вот это вот срань, такая срань, просто пипец. Ну ты издеваешься, ты как, ну ты, вот этот рандом этих глазиков, это вообще печалька, просто печалька.
Предапдейт, нет, неуспешно, я хочу без стрима пройти это. Нет, неуспешно, нет, все плохо, ужасный босс. Просто я не хочу его проходить вообще никак. Но хотя бы не на стрим пройду. Буду локальную запись включать. Без вебки, без микрофона. Ну как бы, если пройду, то включу микрофон там, типа, чтобы эмоции какие-то высказать. Ну, если это будет не ночью, конечно. Плохо себе представляешь, Снап. Короче, голосуйте, пока поиграем. Привет, Тор. Привет, Гантригер. Да смените игру, ну в смысле смените игру? Я час играю, какой смените игру? Я сегодня на стрим по Wings of Fate по плану. Я играю только час. Ты говоришь, пришел, говоришь, можешь сменить игру. Ну, я сменил игру. Вообще-то я обычно в Камилию играю, а в субботу на спидраны. А сегодня я сменил игру на Wings of Fate, да. Извините сразу, что я такой нервный, но мне эта игра реально выбешивает уже. Вот я сам там в жесткие айваны играю, да, меня они вообще не выбешивают практически. Я сижу, в общем-то, спокойный, но в Wings of Fate меня реально вот этот босс выбешивает, и мне тяжело контролировать себя. Как бы, что там без обид, если я кому-то там нагрубил. Да, Тор, уже не смешно даже. Вот ты сейчас там пеки ставишь, да, смеешься. Мне вообще не смешно с этим боссом.
Привет, Термин. Да блин. Я просто как бы на это, на стрим по Wings of Sweet прихожу как на работу, которая не нравится. Вот тебе, скажем, нужно, да, целый день, короче, ящики разгружать, да, там какие-нибудь с фуры. Вот ты на эту работу с каким настроением пойдешь? Вот примерно с таким же, как я на этого босса. Да, причем еще за эту работу тебе заплатят копейки или вообще ничего не заплатят. Я просто даже не могу сейчас сосредоточиться. Я заметили, что я ни разу до фазы ярости не дошел. Хотя вообще-то я могу, потому что я не могу даже стараться на максимум. Я не могу даже стараться на максимум сейчас на этом боссе, потому что я не знаю, просто мне не хочется. Пошел за аптечкой, надо обязательно лазер включить. Как же еще-то? РНД, тогда у меня стримы по Ви будут 20 минут от силы. Нет. Либо уж полноценные стримы, хотя бы по 2 часа, а лучше по 3, а то и даже побольше, да? Либо вообще никак, иначе нет смысла. Попробуй контриггер restream.io. Ну, полгода бросить, но просто меня еще и подгоняют вон всякие контриггеры, которые проходят Wii, причем семимильными шагами. В итоге скоро контриггер пройдет Wii, короче, целиком на Mortal моде. Причем у него смертей и времени будет куда меньше, чем у меня. А я, как лалка, буду дропнувший на последнем боссе. Ну, короче, меня вообще такая перспектива не радует.
вот это такая глупая отмаза, там, типа, ой, я не дропнул, я медленно прохожу. Но это для дураков. Это для дураков. Не дропнул, это когда у тебя нету времени играть, например. А когда ты просто играешь, но в другие игры, то это называется, ты дропнул эту игру. Ты в нее не играешь, хотя у тебя есть время в нее поиграть. Это и называется дропнул. Я честно скажу, Снап, да, мне не все равно, кто там, кто как проходит. Как бы, я же стример, я общаюсь с людьми, поэтому, естественно, конкуренция, она подгоняет. Это нормально же. Ты что, реально всегда, вот, не знаю, там, даже в детстве, там, какие-нибудь, не знаю, там, друзья, когда на секу какую-нибудь игры там проходили, там, быстрее или лучше, там, допустим, тебя, если такое, конечно, было, хотя ты же Снап. Наверное, такого не было. Вот. То есть, как бы тебе было на это вообще абсолютно все равно. Я что-то в это слабо верю. То есть всегда, когда какие-то знакомые или друзья там проходят тоже там игру какую-то, например, то, конечно же, хочется, ну, типа, быстрее там пройти или лучше. Но это, по-моему, довольно естественно. А если тебе все равно, то это какой-то пофигизм, по-моему. Или это, как это называется? Ну, когда, короче, ты от социума отворачиваешься. Я как бы не асоциальный. Так что, как бы, мне не все равно. Ну, как бы... Это не значит, что я не умею проигрывать. Да, я могу сказать то, что да, я проиграл, да, там, я хуже был. Но надо хотя бы завершить игру, и потом уже сказать, что да, там, я ее прошел хуже. То есть я же не говорю, что я там не умею проигрывать. Нет, я могу проигрывать, но только надо игру-то пройти. Пусть ее хуже пройти, дольше, но пройти. А то непонятно, сколько времени на этого босса я убил. Потому что... Сколько я сейчас убил, это не имеет значения, я же не прошел. На 100 часов? Ну вот, а я не социопатичен. Как бы. Так что как бы мне не все равно. Как бы в природе у человека заложена конкурентная борьба. Во всем, да? То есть неважно, это по-дружески или там не по-дружески, но в целом, как бы. Желание быть в чем-то лучше, как бы, как этого человек не отрицает, да, оно заложено, это естественно, абсолютно это естественно. Это не какая-то там, это, не знаю, это не гордыня там, ничего такого, да, это просто естественное желание, абсолютно. Считай, что там чуть ли не инстинкт. Так что, как бы, в этом ничего такого нету. Так что, если тебе все равно, то ты, скорее всего, просто подавляешь себе это.
Смертей 300-400 уже. Охренеть. Жесть. Привет, Теркил. Без понятия, что такое чакра, это какое-то... Это что-то такое. Ну, Гантриггер, что-то не пошло. А я не знаю, что это такое, обсервер. Ну что-то слово где-то слышал, но никогда не знал значения. Да ты где, лол? Мне показалось, что он улетел направо. Ну, отлично, портал. Прям вообще в тему. Все, ну не, все, это жесть. Я не могу это проходить. Я, если честно, не думал, что такой момент настанет, но я реально не могу пройти этого босса. Ну вот 11 часов, но что-то обычно люди его быстрее проходят, значит что-то со мной не так на этом боссе. То есть, да, это типа сложный босс. Вот Гоги, ты, по-моему, за сколько, за 7, да, часов его прошел, типа того, да? Ну, один. Мне кажется, что я еще 9 часов с ним просижу и все еще не пройду. И будет примерно то же самое. Я просто теряю время, сижу. Ну, вообще никакого прогресса нет. И наоборот, даже дегресс пошел. Наоборот, дегресс пошел. То есть я хуже стал. Ну, я хуже стал играть. Я, наверное, уже там к 10 часам постоянно доходил до фазы ярости, да? Я сегодня ни разу не дошел и не чувствуется, что смогу дойти. Хотя я даже концентрировался. Ну, снап, я не особо понял, ну ладно. Блин. Чё там с опросом? Ну блин, большинство за нет голосуют, но жесть.
Давайте я еще раз этот же опрос кину, то есть кто-то может только пришел, не проголосовал. Еще раз. И на Good Game еще кину. Теперь 5 голосов нет. Да я уже во что такой упор не делал, во что такой упор я не делал, и в ледышки, и во все. Не знаю, на самом деле, мне кажется, я сейчас уже и без голосования, то есть, ну не знаю, все равно буду проходить не стрима. Да, я же говорю, это же тот же самый опрос. Это тот же самый опрос, я просто еще раз его вкинул. Ну, хоть, ну как бы да, и все равно это я считал как да. Ну, это сумма. То есть сейчас 6 на 6. Ну, как бы, все равно я... Ну, ответ все равно я склоняю к да. Ну, то есть, значит, ну, раз все равно, значит, решаю я, да? Я решаю да. И плюс да, это то, ну, тоже да. Так что 6 на 6. Ну, только я и Гоки. Нет, все равно это да. Для меня. То есть все равно это значит решаю я. Ну, в смысле, ну Стаб, ты вопрос читал? Ну, я хочу в офлайне его пройти. Но я же говорю, все равно, это значит, для меня это будет когда, потому что, значит, человеку все равно, значит, я буду решать, вот и все, как бы. Блин, сейчас у меня немножко игра забуговалась. Троп игры. Да, не думал я, что так все закончится. Гантриггер, последний босс вообще, короче, не изи. Вообще хардовый. Это я специально говорю. Раз я тебе сказал про того, что изи, и ты на нем просидел, то этот, короче, давай, этот хардовый босс. Но ты его пройдешь, я верю. Ну, меньше 10 часов пройдет. Вот. Ну блин, мне просто вынес мозг последний босс. Просто вынес мозг. Это, мне кажется, этот босс сложнее, чем Салгрин Боша. Честно. Он сложнее, чем Салгрин Боша. Боша на Салгрине, там как бы у него, да, он длинный очень босс, но ты постепенно заучиваешь, там же почти все паттерновое, да? Первая фаза полностью паттерновая, кроме Тролльгрина телепортов. Вторая, ну да, она как бы рандомная, но ты постепенно привыкаешь, как бы, и все, никакой проблемы. Вот, а третья полностью паттерновая тоже. В итоге, ну кроме капелек, да? И в итоге как бы все заучивается и проходится в целом. А здесь как бы все как бы сразу на тебя накидывается и все очень жестко.
Да, мне он не интересен. Ну, как бы, у меня единственная мотивация, я хочу наконец-то же увидеть титры этой игры и развязку истории. Здесь же сюжет есть. Ну, короче, не, я когда пройду эту игру, да, все-таки, ну, теперь уже на локальную запись, то я буду проходить ее на ангел моде, и, скорее всего, вообще я пройду ее на все ачивки. Но только на ангел моде. Знаете, как я сделаю? Я знаю, как я сделаю. Я пройду на локальную запись. Я эту запись не буду выкладывать вначале на YouTube. Я запущу стрим и вам прямо на стриме покажу. И в том числе, ну, чтобы... Ну, потому что кто-то вдруг реально смотрит только у меня эту игру. Я не знаю, есть такие или нет. Чтобы вы там сюжет досмотрели и так далее. Ну, вот. Ну, потому что, ну, реально, я не хочу с этой игрой на стрим возиться. Ну, это жестко, как бы. Вне стрима я могу, понимаете, поиграть 20 минут. Пойти там отдохнуть, еще что-то поделать, потом еще 20 минут поиграть. Ну, то есть это другое, как бы, это более такое расслабленное. Не буду его хоть месяц проходить, хоть год, не знаю, как получится. Ну, в общем, да. Это последний стрим был по Wings of V, прохождению моему первому по Immortal моду. Не считая того стрима, который будет, где будет показана лишь запись. Вот. Так что спасибо, что смотрели прохождение Wings of V. Я на стриме. Если честно, мне так жаль даже, что, ну блин, ну я реально не хочу просто. Это просто полная печаль. Я не знаю, сейчас стрим продолжать вообще в целом или нет. Ну ладно, давайте, значит, все, Wings of V на этом заканчивается.